После письма вы идете в правописание. Здесь вам нужно ввести то, что вы услышали, и записать это английскими буквами. Если вы опять же ошиблись или что-то не сделали неправильно, то программа помогает вам это записать, и вам нужно будет записать это снова. Опять же, два прохождения для успешного закрытия запоминания этого слова. В параметрах рекомендую поставить медленную скорость, чтобы вы успевали понимать, что было проговорено. В дальнейшем при интервальном повторении, который мы рассмотрим отдельно, вы уже будете не на медленной, а на стандартной скорости прослушивать и записывать. Здесь ответ английский, потому что вам нужно тренировать восприятие на слух. Аудио включенным оставляете. После того, как вы сделали правописание, вы отправляетесь в подбор.